Я приветствую вас в третьем видеоуроке, в котором покажу вам, как сфотографировать экран монитора. Для этого необходимо найти на клавиатуре кнопку Print Screen. Выглядит она следующим образом. Найдя на клавиатуре кнопочку Print Screen, нажимаем на эту кнопку, заходим в презентацию, правой кнопкой мыши жмем на слайд и выбираем вкладочку «Параметры вставки». Изображение с экрана монитора сфотографировано. И в следующем видео я расскажу вам, какие существуют варианты редактирования изображений и как сохранить вашу фотографию в формат JPEG, PNG, TIFF и так далее. На этом короткий видеоурок закончен. Жду вас в следующем видео. Пока!